В Югре передано в суд дело двоих участников банды радикальных исламистов, которые готовили серию терактов на территории региона, в том числе в одной из крупных мечетей. В Следственном комитете полагают, преступников из-за рубежа координировали боевики ИГИЛ. Группировка, в которую входили как минимум 6 россиян, действовала одновременно в Ханты-Мансийском округе, Дагестане и в Турции. Меньше чем за год экстремисты обзавелись внушительным арсеналом, изготовили несколько взрывных устройств и выбрали мишени. Одной из них должна была стать мечеть, рассчитанная на 2000 человек. Соучастники преступления подготовили самодельное взрывное устройство, заложили его в багажник автомобиля и 25 апреля 2014 года оставили его у мечети, где в этот день было большое количество людей. Только в силу стечения обстоятельств произошла лишь частичная детонация, и, к счастью, никто при этом не пострадал. Еще несколько участников этой группировки до сих пор на свободе. Они объявлены в международный розыск.